Здравствуйте, уважаемые телезрители. В Генеральном штабе Украины заявили о том, что вполне вероятно в ближайшие дни боевики могут начинать наступление. В частности, об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил руководитель пресс-службы Генерального штаба Владислав Селезнев. Я процитирую. В дни встреч в Минске количество обстрелов уменьшилось, но по информации от нашей разведки она подтверждается, и мы имеем план адекватного реагирования на возможное наступление российско-террористических войск. Мы готовы противодействовать любым агрессивным действиям нашего противника, заявил Селезнев, руководитель пресс-службы Генштаба. Он также отметил, что украинская сторона оставляет за собой право адекватного реагирования на агрессию со стороны боевиков, вплоть до задействования соответствующих сил и из средств. Это была информация о возможном наступлении на Донбассе. Так или иначе, мы прекрасно понимаем, что в связи с приближением знаменательной, памятной и отчасти горькой даты в истории Украины, 25-летия со дня независимости, горькой, потому что против Украины идет война, вполне вероятно, что противник может перейти в наступление и, по крайней мере, попытаться демонстрировать свою силу. Ну и украинская сторона заявляет о том, что наши военные готовы дать адекватный ответ. Это к вопросу, ответ к вопросу наших телезрителей о том, готовы и дают ли адекватный ответ украинские вооруженные силы на выпады противника. Сегодня мы начинаем наш политический эфир с памятной даты. Именно в эти дни, два года назад, произошли бои за Саур-Могилу. Это были жестокие, очень кровопролитные бои. Украинская сторона штурмом взяла Саур-Могилу. Потом, после вступления в силу российских войск, вынуждена была отступить ценой очень больших потерь. Один из украинских офицеров за эти бои получил звание Героя Украины. Мне хотелось бы, прежде чем мы перейдем к темам нашего разговора, будем говорить на самые, на мой взгляд, актуальные темы. Это неадекватное выступление госпожи Савченко, это медиа-скандалы в украинском информационном пространстве, это новые политические расклады в Верховной Раде. Мы вспомнили наших бойцов, вспомнили Саур-Могилу, и не случайно этот эфир мы начинаем именно с этих воспоминаний. Ну и, как всегда, посвящение нашим героям, павшим за нашу Родину. Саур-Могила. Висота поблизу кордону з Росією. 7 червня 2014 року її зайняли бойовики угрупування «Восток». 28 липня українські військові з сектору Д піднялися на висоту і почали витісняти бойовиків. 7 серпня група під командуванням полковника Ігоря Гордійчука та добровольці правого сектору і групи Тимура Юлдашева встановили повний контроль над висотою. Росія розпочала шквальний обстріл Саур-Могили зі своєї території і танкову атаку підступів до неї. Українські військові опинилися у повному оточенні. 24 серпня за наказом ті, хто залишився в живих, покинули Саур-Могилу. На той час меморіальний комплекс на честь боїв проти нацистів у 1943 році був повністю зруйнований російською артилерією. Протекла, мов кров з ножа, по степу тонка межа, ліворуч битва, а справа бій, чигає смерть у далі голубі. Ми йдемо, одна сім'я, 100 бійців, і з ними я. На 100 бійців один наказ. День за днем, хто знає де, був наказ, і сотня йде. Крізь вогонь і куль політ, крізь вугілля і крізь граніт. Ми йдемо.
одна сім'я. До віці Путін лові! Єдиться не мен заразом раз на сто віців. Один наказ з рубежу і на рубіж, з роздоріж до роздоріж, і так далеко твій рідний дім, кохана жде тебе у нім. На маня нас доля б'є. Вчора був, сьогодні є, а завтра хто зна, що буде там, за батьківщину життя віддам. Завтра я, а потім ти, хто знає як, та треба йти. Чинку моїм ногам. Ми йдемо, одна сім'я, сто віців, і з ними я. І день за днем, заразом раз, на сто віців, один наказ. Люба, чуєш, ти не ридай, за рідний край. Хай гине ворог за нашу вас, дорога дальня чекає нас. Ми йдемо, одна сім'я, сто віців, і з ними я. І день за днем, за разом раз, на сто віців. Вечная слава героям, павшим за нашу Родину. Я напомню, что вместе с вами в нашем прямом эфире мы вспоминали бойцов, погибших в жестоких боях за Савур-Могилу два года назад. 737-73-10, телефон нашей студии. И мы начнем с итогов Минска, промежуточных итогов, очередных итогов Минска. Трехсторонняя группа дискутировала весь вечер, сегодня целый день, и в итоге снова зашла в тупик. Речь идет об обмене пленными. Украина готова отдать в два раза больше боевиков и получить назад украинских граждан, задержанных на временно оккупированных территориях. Но снова тупик, и снова фактор России играет немаловажную роль. Кстати, так или иначе, Россия, хотела она или нет, Ярослав Католик, гость нашей программы, признавать свое участие в этом конфликте. Сегодня один из представителей российской власти, Кремля, заявил о том, что Россия требует от Украины, чтобы Украина дала конкретные данные о том, сколько российских граждан задержано. Ну и дальше стандартная фраза во внутриукраинском процессе, внутриукраинском конфликте. Ярослав, подходит к завершению Минские соглашения, которые, мы понимали, не могли быть выполнены на начало этого года. Сентябрь — очередной промежуточный этап, продвижения нет. Более того, террористы, вот вслед за нашими генштабистами, заявляют о том, что если такой процесс вялотекущий в Минске будет, они готовы начать полномасштабное наступление. Я сейчас не буду вас спрашивать в качестве военного эксперта, да, возможно ли это с военной точки зрения, но с политической мы прекрасно понимаем, что это очередное затягивание процесса. И возможно ли это просто связано с тем, что приближается 24 августа, День независимости Украины, тем более вот такой первый юбилей, 25 лет нашему государству? Ну, я не думаю, что наши, к сожалению, террористы, которые обосновались на нашей территории, настолько, скажем так, щепетно относятся к памятным для Украины датам, к праздникам украинским, и что они специально так подгадывают под День независимости Украины. К сожалению, все гораздо проще.
все дело в этом пресловутом Минском процессе, потому что Россия пытается всячески выйти из этого процесса, показать, что она здесь не является стороной, что это якобы все без ее участия, без ее поддержки. При том, что уже весь Запад, все международные эксперты наблюдают и прямо говорят в своих отчетах о том, что оружие поступает с российской территории, участники боевых действий пополняются с российской территории. Как бы, ну, то есть все свидетельствует о том, что она участвует, но России это невыгодно. Поэтому они пытаются давить политически, когда это не выходит, в силу вступают роль оружия. Они как раз, недавно были заявления группы военных экспертов о том, что усилилась поставки вооружения на территорию, ну, ОРДЛО, так называемых, с территории Российской Федерации, и что гораздо больше поступает и горючего, и вооружения различного, и что это... Несколько десятков боевой техники предоставлено опять боевикам со стороны России. И поэтому как бы все говорили о том, что могут начаться такие процессы, могут более интенсивными становиться нападки. Вот эти процессы, которые внешние, минские процессы, назовем их так, они связаны так или иначе, напрямую или косвенно, с внутриукраинскими, да, это и арест Ефремова, который, на мой взгляд, ну, суд должен доказать, конечно, поставить точку над «и», является одним из, по крайней мере, идеологических спонсоров сепаратизма, в частности, в Луганской области. Это некие заявления Надежды Савченко, объявление голодовки с ее стороны, это вскрытая переписка украинского телеканала «Интер» с руководителями информационных структур, так называемой ДНР. Связано ли это каким-то образом? И в этой ситуации очень интересно, как могут повести себя президент Порошенко, как поведет себя Верховная Рада. И вообще внутриукраинские процессы в связи с приближением осени, это тарифы, рост тарифов, насколько все это рискованно для нашей национальной безопасности. Ну, начну с первого вопроса. Связаны ли они? Да, прямо не связаны, я лично считаю, потому что все-таки Минский процесс и напрямую на него завязаны вооруженное противостояние, которое у нас идет, оно имеет международное значение, и оно не зависит от того, какие процессы проходят в Украине, как бы, поэтому прямой связи нет. Но опосредованно, конечно же, связано, потому что есть генеральная линия, имеется в виду попытки Российской Федерации выйти из Минского процесса, а и когда это не получается политическим путем, пытаться шантажировать именно вот этими усилениями атак, демонстрации якобы, ну, мускул, да, как бы определенных в военном понимании этого слова. И, конечно же, поскольку это есть, это генеральная линия, есть ряд тактических, которые пытаются использовать ситуативную ситуацию в Украине, в том числе те внутренние, ну, скажем так, не то чтобы конфликты, но вот точки бифуркации, которые наблюдаются в украинском обществе, чтобы это как-то связать и попытаться использовать на свою сторону. Естественно, мы говорим, что это не обычная война, это гибридная война, поэтому тут все методы, огромный как бы ассортимент мы можем наблюдать. И, конечно же, пытаются те внутренние проблемы Украины, которые есть, пытаются этим использовать. И тут, конечно же, и арест Ефремова, который, ну, я считаю, нанес очень хороший такой имиджевый удар по непризнанным республикам, как они себя называют. Потому что они показывают, что кто бы и какое высокое место не занимал в украинском политикуме, какие не были бы связи, какое не было бы влияние там на, в какой-то мере даже на судебную систему, все равно никто от ответственности не уйдет. Я не знаю, насколько закончится эффективно арест Ефремова, но то, что это хороший сигнал... Да, будет ли это реальный срок? Да, но для, по минимум для тех, кто еще не замазан в этой всей ситуации, это очень хорошее предостережение и очень хороший сигнал. Поэтому я считаю, что прямой связи нет, но как бы вот эти вот процессы пытаются использовать, и украинскому обществу, и нашему государству необходимо научиться правильно реагировать и не допускать использования внутренних проблем, скажем так, для угрозы национальной безопасности. Тем более, как вы правильно отметили, на фоне тех рисков, которые нас предостерегают осенью, это тарифы, и политические партии будут использовать, тоже расшатывать ситуацию для получения предвыборного определенного пиара. Причем, я думаю, даже политические партии, которые сегодня, ну, де-факто входят в коалицию или, по крайней мере, это демонстрируют. Естественно, так или иначе. Естественно. Не сможет этим манипулировать только блок Петра Порошенко, потому что, ну, им не на кого спихивать. Как бы. Все остальные, которые являются даже партнерами по коалиции, они в той или иной мере будут эту тему раскачивать и будут использовать эти карты. Конечно, это будет не настолько радикально, не столько экспрессивно, как это будет делать якобы совсем оппозиционеры, но, тем не менее, эта карта будет. Я уверен, что мы можем увидеть в стенах парламента
угрозы развалить коалицию, угрозы сложить мандаты, забастовки различные. Ну, различные такие красивые картинки, которые могут понравиться украинскому телезрителю и убедить его в том, что перед ними не просто некие политики, которые свыше 10-15 лет непонятно чем занимаются в стенах Верховной Рады, а якобы настоящие борцы за народные интересы, которые готовы отстаивать и так далее. То есть, как всегда, пиар будет подменять реальную работу и, к сожалению, будет вредить нашей стране. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите? Да, добрый день. Добрый. Здравствуйте. Я вот сейчас слушаю этого эксперта вашего. Вот пускай он прокомментирует заявление Савченко о том, что она голодовку объявила. Вся Украина ее освобождала, а теперь она в разрез всей нашей политики начала выступать с такими заявлениями. Как бы вы прокомментировали ее тему? Спасибо за вопрос. Мы эту тему поднимаем, да? Да, к сожалению, я не могу рационально объяснить поведение Надежды Савченко. Я понимаю, что многие говорили о том, что нахождение в плену очень серьезно влияет на психику человека, ломает определенные представления и так далее. Но мне кажется, в такое продолжительное время это не можно так объяснить. Поэтому для меня, честно говоря, загадка ее позиция. Но на самом деле я в свое время изначально говорил, и сейчас, в принципе, поддерживаюсь с той же точки зрения, что мы сами сотворили из Надежды Савченко кумира, и теперь мы сами разочаровываемся в этом. Ну, как бы нужно понимать, да, что у человека очень непростая судьба сложилась, и многие ее заявления, мы восхищались, как она вела себя в российском суде, как она показывала свою непримиримую позицию с тем, что это не суд, в нормальном понимании этого слова, а просто судилище, и исход заранее предрешен, и мы знаем, что были различные предложения ей, чтобы она признала свою вину, и якобы ей потом Путин пообещает освобождение, и она не будет находиться долго в российской тюрьме, и она тогда это не пошла, и мы все восхищались, как она мужественно держится в неволе, в застенках, как бы, ну, скажем так, Лубянки, грубо говоря. Но, тем не менее, как бы мы ее освободили, и я считаю, что на этом роль и задача украинского общества, украинского государства выполнена. И по большому счету вся вот сила речей Савченко, она, в принципе, поддерживается людьми, которые транслируют то, что она говорит, да, и прессой, которая уделяет этому внимание. Буквально недавно, на днях, я видел замечательный комментарий другого заключенного, по-моему, Афанасьева, который сказал, что если бы он, когда находился в тюрьме, услышал предложение о том, что давайте мы обменяем украинских героев, которые защищали свою страну, на тех террористов, которые их убивали, он попросил бы заварить дверь на несколько лет и вообще его не беспокоить. Мне кажется, это наиболее адекватная позиция, наиболее адекватное отношение. Поэтому мы сами создаем определенный ореол Савченко, она на свободе, слава богу, мы должны вытащить всех наших граждан, которые находятся в заточении в Российской Федерации, но относиться к ним после освобождения необходимо уже как к политикам, если они занимаются политической деятельностью. Политика не терпит так называемой святости и не терпит стереотипов. За каждые такие вот стереотипы и за каждое некритическое восприятие политиков всем приходится потом расплачиваться. И, к сожалению, Савченко ведет себя таким образом, что она, по моему мнению, она наносит больше урона стране, нежели некой выгоды, да, или послабления, которое она могла бы смотрите, делать. Смотрите, но есть заявление фракции партии «Батьковщина» в Верховной Раде. Сергей Соболев говорит о том, что для них очень важно, чтобы Савченко не голодала. Очень ценно ее здоровье для партии. Ну, фактически встала на защиту. Если не заявление Савченко, то ее, как народного депутата. Это первый момент, что касается «Батьковщины». И второй, опять-таки, со ссылкой на источники в Генеральной прокуратуре, корреспондент информатора говорит о том, что лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко якобы вела переговоры по Александру Ефремову, когда проходила кампания по его аресту, между Ефремовым и между властью. Не кажется ли вам, что вот здесь какие-то моменты политически просто пересекаются, да, и дают определенную картину? Я сейчас не говорю обо всей «Батьковщине», но в частности о руководстве этой партии. Да, меня тоже это заявление очень так насторожило, поскольку многие говорят о связи многих политических сил как бы с определенными олигархическими кругами, и что это всего лишь имидж, и на самом деле там все связано гораздо более глубокими интересами и взаимоотношениями. Но если честно,
мне позиция Савченко о том, что я объявляю голодовку против Порошенко, чтобы Путин освободил наших заключенных, напоминает старую украинскую пословицу «на зло маме змерзну в ноги». То есть как-то оно вообще нерационально, и мне кажется, что просто ну, партия пытается, ну, Батьковщина, использовать вот такое вот поведение Савченко для того же пиара, потому что, ну, понятно, когда Савченко голодала в СИЗО, когда у нее не было выбора, что делать, как бы, да, и это одна ситуация, и ей никто не мог помочь, ни с украинских диппредставительств, ни консул, ни послы других стран, никто не мог ничего сделать. И ситуация, когда она уже на воле, как бы, и просто объявляет голодовку, ну, это вообще несоизмеримые вещи, и, ну, это просто, ну, политические игрища, поэтому... Связь, то, что Тимошенко говорит, что она влияла на освобождение, меня это не удивляет, я в это верю. Насколько это эффективно было, насколько это повлияло, ну, тут у меня нет информации достаточно, чтобы судить, но само заявление показательное, я бы об этом задумался. Смотрите, еще одна тема, что касается Ефремова, мы почему так много останавливаемся на ней, на мой взгляд, это дело может при желании власти стать неким прецедентом, да, по определению тех политиков, которые сеяли зерна сепаратизма в Луганской и в Донецкой областях Украины. Один из экспертов замечает, что необходимо в качестве свидетелей допросить бывшего президента Украины Леонида Кучму и народного депутата Украины Наталью Королевскую. Один назначал Ефремова в 1998 году, вторая видела все, что происходит в Луганской области, она сама оттуда родом. На ваш взгляд, удастся ли это дело, во-первых, довести до конкретного срока, то, о чем мы уже сказали, и для терминатора Юрия Луценко, его так называют в политике, станет ли это дело первым из череды громких дел, когда, правильно говорят наши телезрители, люди ждут не только арестов, но еще и посадки по конкретным статьям, по конкретным срокам? Ну, я, к сожалению, в этом вопросе пессимист и не питаю иллюзии относительно того, как эффективно сработают украинские правоохранительные и судебные системы и те люди, которые виновны в том, что происходит. Это потому что система такая или потому что нет политической воли? Во-первых, тут и система такая, она объективно имеет ряд своих как бы проблемных мест, узких мест, которые необходимо было решать уже очень много лет назад и которые не решаются умышленно, неумышленно, как бы, но эти проблемы есть. Раз. Во-вторых, статус обвиняемого. Это политический игрок, который имеет огромные связи и в политикуме, и, я уверен, с правоохранительной системе, и поэтому это тоже не так-то просто будет сделать. И третье, это попытка, ну, тоже своеобразного, извините меня за тавтологии постоянные, или, если можно сказать, там, частые повторения пиара, но это тоже определенный пиар Юрия Луценко. Потому что вот эта вот бравада, что вот сейчас все будет по-другому, мы сейчас насколько наскочим, и все будет так, как надо, она не будет работать. Они уже изначально нарушили закон, когда не по закону арестовали Ефремова. То есть они должны были получить санкцию суда, вместо этого прокуратура сама выдала как бы разрешение на арест, как бы, и они уже нарушили. И я не имею ни малейшего сомнений в том, что адвокат Ефремов воспользуется этой ситуацией и будет бить на то, что задержание было... То есть вот эти процессуальные, да, сугубо моменты будут использованы политические цели. И мне интересно, это было умышленно сделано Луценком, чтобы потом вот так вот, таким вот образом выйти и сказать, ну, бачите, нам треба ще робити реформи. Да? Или это было просто вот случайно, неграмотность, недальновидность, ну, не знаю, ну уже сколько лет и сколько профессионалов менялось в этой сфере, сколько людей прошли от низов до верха, ну, такие глупости совершать, ну, я не знаю, это крайне как бы неразумно и даже для меня лично возмутительно. Что касается других, скажем, лиц, которые могли бы быть свидетелями или обвиняемыми в этом вопросе, я с ними, конечно же, гораздо еще сложнее, особенно в отношении Кучмы. Во-первых, потому что это президент Украины бывший. Ну, давайте так, Кучму это никто статус... не тронет, это да, правда. Да, и это с одной не стороны, а с другой стороны, по этому вопросу. А с другой стороны, это не будет еще потом, по той причине, что Кучма является представителем в Украине переговорах в Минском процессе, и это будет наносить государственный урон, потому что с кем мы говорим, если этот человек имеет претензии со стороны своего же государства. То есть, поэтому даже в рамках международной политики этого делать, ну, по крайней мере, пока Ярослав, нельзя. У нас несколько минут до окончания эфира, время быстро летит, есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу защитить Савченко. Пожалуйста.
она герой Украины, она заслужила быть героем. Она чиста и наивна, может быть, где-то в чем-то, как ребенок. Но в чем-то ее подозревать в какой-то хитрости, неискренности, нелюбви – это грех. Она, вы вспомните, Ярослав, когда она вышла, она поклялась, она извинилась перед родителями заложников, которые находятся в России, и сказала о том, что простите, что я на свободе, а ваши дети в тюрьме. Я посвящу свою жизнь для того, чтобы их освободить, чтобы ни одного украинца не осталось. И поэтому она выполняет. И вы вспомните, когда ее освобождали и должны были освободить, тоже были минуты очень забвения Савченко, большие, пока не поднимала и Батьковщина, и другие говорили, что о Савченко забыли. У нас, к сожалению, очень быстро забывается. Поэтому Савченко герой для меня. И то, что она может, как она же не Господь Бог, может в чем-то ошибаться, но то, что она искренне, это правда. Спасибо. Ну, такое мнение прозвучало. Оно имеет право на жизнь. Никто не знает, кроме самой Савченко, какие у нее мотивы. Может быть, она искренне считает, что она делает правильно. То, что, давайте так, есть один момент, который, на мой взгляд, очень важен. И будет еще один вопрос. Что изначально дело именно Савченко получило политический подтекст. Да? Вот то, что, по большому счету, это был один из украинцев, которые, к сожалению, во время боевых действий попали в плен. Но вот эта карта была использована таким образом. Смотрите, в позиции главы государства, очень часто мы об этом говорим, на третий год своего срока пошел Петр Порошенко, много чего было обещано политически, экономически, пока этого нет. Да, есть какие-то внешние реформы. Позиции главы государства, насколько они сегодня крепки, потому что, ну, в принципе, несмотря на ряд, скажем так, ошибок и проблем, они выглядят сегодня довольно убедительно. Да, я не заметил понижения, как бы. Мы не говорим силы. Сейчас о рейтинге президента. Да, да, естественно. Ну, рейтинги, да, вообще-то речь такая, знаете, вещь такая относительная. Она, да, меняется и от месяца к месяцу, и от многих событий, как бы, тоже варьируется. Но пока позиции очень сильны, ухудшения их я не наблюдаю, наоборот, как бы постепенно укрепляются позиции, многие региональные конфликты, они всячески как бы пытаются замять, навести порядок. Мы видим большие достижения в армии, и вот буквально хотят сейчас привести в Киеве парад, и говорят, что там будет представлен ряд военной техники Украины, причем это будет только половина техники, другая половина будет направлена в АТО. Ну, посмотрим, как бы доверять на слова, как бы пусть даже и нашему президенту, как бы не стоит, все-таки я лучше проверить по делам, посмотреть, как бы будет, не будет сделано, как это будет сделано. Но, тем не менее, сейчас он демонстрирует очень сильные позиции и показывает свою уверенность в том, что на этом посту его никто не сместит. У нас минута до окончания эфира. Вот сами затронули эту тему. Очень кратко. Военный парад в Киеве, День независимости. 25 лет нашей стране. Они укрепят имидж президента? Знаете, я вот до сих пор не могу для себя определиться, стоит проводить парад или нет. В принципе, я знаю, сейчас многие проводят параллели с Иловайском, это было 2 года да, назад. Да, и год назад были большие события, скандалы и диспуты. Я не знаю, но то, что это укрепит его позиции, 100%. Вопрос в том, нужно ли это сейчас стране, это другой вопрос. Тут можно дискутировать, можно спорить, но лично я считаю, что, ну, это позволит гражданам ощутить себя более безопасными, увидеть, что наша армия не где-то там, знаете, вдалеке, что они воюют, а вот они перед твоими глазами, на кучу телеканалов всей страны показывают всем гражданам Украины, что у нас есть герои, есть люди, которые защищают нашу страну в неимоверно тяжелых условиях, при полном давлении, как бы, и то, что политики не всегда, как бы, оправдывают надежды и ожидания наших ребят. Но, тем не менее, они показывают, что у нас есть армия, она сильна, и есть люди, которые защищают нашу страну. Я думаю, это немаловажно. Спасибо вам огромное. Очень быстро пролетел наш эфир. Попытались максимально охватить все темы, дать ваши, расставить акценты прежде всего. Спасибо, что были с нами, но если хотите узнать мое мнение, буквально несколько секунд, я за проведение военного парада, но хочу, чтобы в нем действительно участвовали те ребята, которые прошли АТО или которые уйдут на фронт, потому что они герои. И страна должна им сказать спасибо. Посредством военного парада, возможно, тоже. Ярослав Католик, политический эксперт, был гостем нашей программы. Увидимся через несколько минут в этой студии и в прямом эфире. До встречи.